Всем привет, друзья! С вами Калюня Ретро и Андрей Доцент. Мы продолжаем играть в Resident Evil 6. Да, да, привет всем. Продолжаем. Попали в собор. Ёлки-палки, а? Еле-еле выжили. Кто тут нас пускать не хотел в тот раз, да? Кто тут заперся? Ну-ка, покажите его. Найдем и накажем. Давай, найдем обязательно. Это подлюка тварь. Надо так, перестрелять. Что у нас тут? Лута много, есть что полезное, нету? Да я вот что-то ищу, и как бы ни хера и нету. А, во, ящики есть. Ящики. Так. Опа-на. На. Так. Вот тут патроны спрей. И очки умений. Где спрей? Слушай, а почему я не могу спрей взять? А я взял. Ты можешь взять? Взял. А почему? А ты инвентарь посмотри, у тебя может быть забит он. Да, ну, слушай, верно. Так, Y. А, да, муха. Я взял бомбу, поставил. Да что ж такое? А подобрать ее обратно никак? Никак. А знаешь, что самое что интересное? Я выбрал это. Я выбрал. У меня в меню есть зажигательная граната со значением 0. Uh-huh. То есть она как бы как будто есть, но значение 0. Что за бред вообще? И нахер тогда мне это отрисовывается? Слушай, а у меня также спрей отрисовывался, то есть типа 0. Ага. Нету спрей. Да. Что-то подруга. Так, да. Что мы тут с так. тобой нашли? Вот сюда. О, лестница. Вот. Ты меня подсадил. Лестница. А, или куда? Так, вот, а Мадонна радости. Угу. Это похоже, не это не просто украшение. Так, там ты как-то должен, да, тоже, чтобы это самое, соответствовать характеру, как это говорят, вживаемся в атмосферу, да, хотя куда тут, куда тебя понесло, нам вообще вон туда надо идти, давай глянем. А тут бочки, давай бочки. Лут. Опа-на, ох ты вырубил меня, красавец вообще просто, я прямо сходу слег. Вот еще какая-то, не открывается нихера. Не открывается, вообще не открывается. Ой, вообще а не открывается. Тут вот бочки валялись, ты же взял? Да, 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 взял. Это не открывается. Да не открывается. Вот это, да? Тут, ну, а правильно, они же заперлись. Чё-то... О! А вот это открыт. Проходи ты быстрее. Так. Тут ни хера нету. Да, не знаю, тут укромное место для, скажем так. И тут выясняется, что батюшка-то с огоньком был дед. Да? Так, ну что, заходим, короче, что это такое? Ну тут какой-то этот, статуя этому, блин. Знаешь, кто напоминает? А, так. Когда тут была в прошлый раз, она была закрыта. Мы что-нибудь придумаем! Надо осмотреться. Давай, погнали. Подсаживаем. Подсаживаем. Давай, подсаживаем. Да. Опа-на. Кто меня подсадит? Меня никто... А, хватай статуэтку, хватай статуэтку. Вот, тут смотри, как раз статуэтка. Я вот одну взял на пьедестал, а тут вот не было ее. Возьми статуэтку и поставь здесь. Что не произошло? Что мы делаем не так? А нахер его знает. Матери откроют путь. Две, нам нужно вторую найти. Святые матери. Ну, одна, допустим, ты, а вторая кто будет? Я за мужского играю. Перса. Блин, у тебя там, я вижу, весело, а у меня ни хера ничего нету. Как же тут? Что полезного здесь? Так. Может, я тебе лестницу скинуть могу какую-нибудь? А, во, лестница, да, здесь, скидывай. Да, ща. Стою. Лут соберу. Ух ты. Вот это? Да. Где? Ух ты. Вот, а, вот вон, тут вижу, вот. Вижу. Тут такое винтовку у него, короче, это. Оп. Из этого, из КС, как его, слон там, блин. А. Черт. Такая нахер винтовища, вообще обалдеть. А я тут с двумя пугачами бегаю. Вот, так, я мать нашел. Мать нашел, да? Просто мать okay. нашел. Ты там что, я не знаю. Такое ощущение, что игра плавно превращается из Resident Evil в «Жди меня». Так, вот, смотри, установка. Установить, так, я, короче... можешь там поставить? Можешь? Могу. Ставь. Я, а то я сейчас за тобой слежу. Так, ставишь, а я типа. Вот тоже ставлю. Оп. Тут. Опа-на! Раздвигайся. А, и нахер иди, говорит. О, только раздвигайся, проходка. Раздвигайся. Блин. Да, так, а мы перефразирую. Можем... Слушай, а там было что-нибудь? Стой. Там я был... вижу медальон. Какой? Где? Вот там вот. Фигурку. Подожди, собрал, подожди. Эмблему.
На этажом выше, да. Нашел, да? Оп. Тут что-нибудь было интересное? Там лут только был в сундуке. Блин, сундук обоссанный. А еще тут открывается, тут же вот еще есть дверца. Или ты не посмотрел? Блин, вот это вот, знаешь, это какая-то китайская пытка началась. Вот это вот я бомбу поставил, а тюк, 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 знаешь, все уже. Ты понимаешь, что я уже поехавший, я вася? Так, куда? До свидания, до свидания. До свидания. Так, вот, короче, тут рычаг. Рычаг не работает. А, вот, у меня этот помечен. А, у меня вот этот. Вот. Какая разница? Ну, у каждого своя. Мы разошлись, как в море корабли, бляха, муха, целится в меня, статуя. Так. Так, что я должен делать? А, я на кнопку нажал. На статую кнопка. Понял, да? Кнопка. У меня тоже статуя. Лена, у этих статуй есть выключатели, жми, дорогая. Нажми-то. Нажал, все, хорошо. Всё. Там патроны, кстати, на статуе у меня лежат. Да? Блин. Так, а меня пустили вперёд. Ох ты тут сколько этих, ни хрена себе, меня тоже вперёд пропустили. Елена, давай дернем. Давай. Дергай, Елена! Это начинает надоедать! Нет времени на это дерьмо, согласен. Дерьмо. Так. Дерьмо это странно. Опа! Нет? Слушай, а что у нее за автонаведение такое жесткое? Я даже зигзагом бежал и ничего не помогло. Тихо. Жми, Елена, жми! А то подстрелит твою аппетитную задницу. Так, ой, давай. Опа-да. У меня тоже две вылезли. Так. Быстрей. Есть. Ран, Хелена, ран. Бежать обратно. Кошмар. А у тебя две статуи было или одна? Да, две статуи. У меня тоже. Так. Еще. Ох, как игра, Саймон говорит. Помню. Да. Опа-на. Три. Давай. Ой, я Так. Да хорэ. Все. Ну хорэ. А тут я закрыл. Так. Теперь эту быстро закрыл. Есть. Закрыл. Отлично. Четыре уже, ёпрасоты. Закрыл. Фу. Мне еще последнюю осталось. Стой. Давай. Ну что теперь? Так. Елена, по мне попали. Должны пропустить. А, еще одна статуя. Нет, ни хрена не пропустит. Знаешь, в чем проблема? То, что у меня здоровится. Давай я таблетку. Тихо. Вроде съел, как помогло, что? Так. Слушай, ну у меня пока норм. Так, тихо. Все. Блин, они меня запарили. У меня здоровье вообще просто в ногах. О, открылось. Отлично, я. Там есть, у меня лазер там. А у меня тут есть сундуки. Так, а погоди-ка, инвентарь, мы же траву. Ох ты, так правильно, у меня тут травы! Давай подойди к решетке поближе. Так. Смотри, у меня тут. А у меня как бы я полный. У меня вот. Смотри, тут. А, у тебя полный? Ну, в смысле, у меня хп полная, да. Так, а я вот так вот закинусь. Тут, короче, так, смотри, давай. Какая тема. Смотри. Так, вот. Смотрю. Лазером ты свети на это. А, понял. Угу. А, он же лазер. О, да. Заметь, он появился вот только здесь. Появился только вот в этом режиме. Да. Можно, конечно, его включить и так, чтобы... Да, не говори, тут прямо вообще жуть. Слушай, а у меня просто теперь лазер. У меня пропал прицел. Ну да, он, говорю, включился только в том моменте, где вот это. Так там у меня сейчас это, в смысле, у меня сейчас все в лазере. А, у меня тоже... Тоже такая же фигня, да? Не, в принципе, удобно, на самом деле. А, я нашел, вот, я свечу. Поищи у себя эту такую же установочку. А, ну, наверное, здесь у меня, вот он, нашел. Так. Нашел. Есть. Все. А, кстати, сам барика его. Так, ага, и тут надо посветить. Я вижу у тебя. Свети. А, ну, то есть я буду смотреть в твою сторону. Да. Давай. Так. Да неплохо, альтернатива. О, здорово, красавчик. На, нахер. Замочили. Грохнул так, хейтера. Так, вон, выходим? Смотри куда. Наверх глянь. А, вижу. Понял. Зеркальное отображение. Так. Все, у меня. Но, у меня тоже. Татуйка, Мадонна. Мадонна печали.
Блин, что-то как-то это, да, совсем что, печально. У меня прицел появился. Что у нас тут так, есть? Выходим, да? Прицел появился. Да, выходим, тут вот два ключа теперь нарисованы как бы. И два ключа. Опаньки. А почему у нас... О, патроны автоматные! Автомат. Насколько я знаю. Я автомат. Во, автомат! Полуавтоматическая снайперка, во. А как подобрать? У меня места нет для патронов. Так ты комбинируй, Елена, не забывай комбинировать. Что комбинить-то? О, пробел, смотри, тут надпись какая-то. Пятый колокол пробьет, путь откроется вперед. Обожаю старинные загадки. Что ж, придется искать решение. Ну давай найдем, Елена. Колоколо. Колоколо. Иди. Ага. А, вот они. Так. Раз. Два. Так. А где дальше? С той стороны идет. А, один с той стороны находится, по-любому. Тут что ли? А там нет колокола. Или есть? Слушай, а там нет. Нету. А, вон, вот этот маленький колокольчик может. На я это? Не могу в него попасть. Есть. Да, на петушке. Да, на петушке. Так, все. Зазвонили колокола. Нормально. Блин, в оператор летает-то. Открывай. Все, вторую. У меня такое чувство, что вот этот вот рядом с тобой встанет сейчас. Мать Мадонна Горя. Так это ж вот этот вот, который нам оружие как раз отдал. Тут, знаешь, тут любой труп уже как бы наводит не на очень хорошие мысли. Ты слышала? Надеюсь, это дверь. Идем. Так, погнали. Блин, у меня бомба все тикает. Там я, наверное, уже всех достал, знаешь? Блин, реально я там пытку просто поставил ее. Я могу сдетонировать? Да. Кстати, мы не были с тобой на третьем этаже. Кстати, давай-ка лутанем. Во. Да, давай. Во, лут. На. О. Кать, хорошо. Так. Отлично. Хорошо, что лут еще, знаешь, спокойно собирается, ненавязчиво как-то. Просто на икс нарал, все собрал сразу. Тут, блин, знаешь, надо, в чем? Перемещать по ячейкам их не надо думать, куда их поместить. На первый слот, на третий. Тут все в этом плане здорово. Так, доставили статуи из задницы. Два самых умных философа открыли. Ага. Да. Тайный проход. Тайная комната. Четыре статуи было, да, у них? Да. А, нет, они одну, две поставили, потом подобрали. И это... Как бы... Блин, меня всегда поражается. Как они... О, семь дней! Да, так? Просто. Ты видишь, он пупырчатый какой-то? Да. Ой, ой, блин, а! Чёрт! Никогда не видел. Что это? Ты меня спрашиваешь? Ой, фу! Блин, ну это... Меня даже это... Сквозь игру, так сказать, несет. Что с вами? Что с вами? Блин, да ты глянь, а? Ооо, все. Охейтрился. Значит, вот из-за этого начался этот ад. Блин, зачем вы прыгаете? Я сверху, нет? Вали ее! Вот действительно, нахрена они прыгнули, кстати? Ох ты, глянь из нее! Блин, в животе с шум и гам, принимай, ой! Я ж до кашля пробивает. Дай-ка это, я спреем! Так, подожди, я скар беру? Или не беру, или скар бесполезен? На! Ты за мной бежишь, это что, это нормально все? А, это нормально? Какое нормально, она... Что случилось? Куда ты мне телепортировался? Вот! Черт! Вот она здесь! Ага. Шаскар неплохо так пробивает, походу. Ой, блин, надо, что ж такое? Умирай! Умирай, зараза, умирай! Так? У меня патроны. Все! На! Ох ты! Да нет! Или на. Надо подойти? На! Так тебе! Так это тебе, блин, это живой, я уже путаю тут, она берет, заражает, она превращает их. Так, а куда она делась-то? Да, наверх, она наверх прыгнула. Да как? Идите нахер. Так, как залезть? Без головы лезть, но там где лестницу мне скидывал?
Что ж тут гранат столько валяется? Ой, бляха, муха! Народ, без паники! Просто держитесь от этого подальше! Когда уже травануло там добрую половину! Говорит, без паники! Так, стой, тварь! Да спасибо! Кидаем! Есть, горит! Люди умирают! Ты глянь! Ран! Ран! Какой нахер ран? Тут уже... По-моему, тут, как они быстро-то зомбятся! Может добить ее надо, как-то рукопашную, точно. Во! Во! Слушай, а мы внизу телепортируем. Нормально. Нормально. Блин, какая мерзость, а? Какая мерзость. Пернула под конец ее. Капец, он просто валится со всех щелей. Просто пукнуть хотел. Вот, достижение. Я предпочитаю живых, говорит. Охренеть. Тебе тоже дали, да? Ага, да. Я предпочитаю живых. Ёбай, жуть. Ой, нахер. Без намека. Так, прыгай. Да, именно. Так, ключ-карта для подземелья. У меня патроны все кончились. Так, а где моя это? Куда я ее заложил? А, о! Ты глянь, тут две травы! Две травы. Меган, все ушли! Все будет хорошо. Мы будем продолжать содержаться друг друга. Слушай, а тут пошли сундук. Такие. Слушай, вот ты уже тут, что ли? Ты траву-то взял хотя бы? Где? Тут красные, зеленые, ну как, на скамейках позади там. Офигеть, вижу. Ты даешь. О! Так, все. А что мне делать? Блин, а что? У меня места нет. Приехали. Так, а я тут пока. Слушай, травы понамешаю. У меня гранат, просто дофигища. А я пока тут так, помешаю вот немного. Тут надо, надо мешать. Неприятно-то, а? Вот, мы понамешали. Блин, откуда у меня эти гранаты понавзяли? Ой, какая мерзость, а? Ой, блин, от нее до сих пор душок идет, а? Это ж надо же так фугануть, ё-моё, на весь собор, что аж половина озомбилась. Охренеть, а? Она явно пересмотрела Малахов плюс, да? Не то съела. Слушай, тут сразу две парни остались в итоге. Помнишь, сколько народу? Да, да. Так они озомбились, я там этих зомбаков валил, и тут некоторые остались живых. Чудом. О! Вот кто бомбу заложил? Я слышу звуки. А, ты заложил? Это потому я что... так, чтобы они за нами не пошли. Предусмотрел так. А я тебе отдать ничего не могу, да, из патронов получается? Так, да как же ты мне отдашь? Просто у меня все забито. Ну погнали, походу там взять. Потратишь, может. Давай, погнали. Лена, давай! Во! Ой, какая мерзость у тебя была, все эти пупырки, да, все это тут прямо, фу. Вонище какое-то. Вонище, обдристанная вся какая-то, я не знаю, пуляет повсюду газами. Ёбан, додумались же, а, такое сделать. О, посмотреть. Ну я уже по пятому понял, что они гашеные, поэтому. Во, я, блядь, тут за звуки. Ё-моё, ты подойди, я сюда подошел посмотреть, короче. И он прямо как в экран вылетит. Братуха, вылетишь мне в экран? Ага, о, так, вот это вот у нас. Так, тут пустяки какие-то. О, тут видно. Этот крикун вот здесь. Да? А я крикун. Дистанционную... Так. Какие злочные места? Это панели, цифры на дверях как-то связаны. Так, нажмите кнопку 0. Смотри! Я сейчас, короче... Вижу. А, смотри, на этих кнопках... Я открыл! 12. Открыл. Освободил. Вот это. Доктора освободил. Где он? Пошел нахер, да вот же тут он. Так, ой, бляха-муха, на! Вот так вот. Забили. Опа-на! Все, готов. Так, что у нас здесь еще полезное? О, патроны, нормально, мне патроны нужны. Патроны... Там, короче, код вбиваешь... Не берутся. Код вбиваешь? Я понял, да. И открывается какая-то из комнат, да. В которой находится зомби. Вот, слушай, допустим. Вот здесь, в этой комнате допустим. Есть ящик в нулевой. Где? В нулевой есть ящик вот здесь. Два. Ну, там, смотри, ящик. Либо 1-2. Зомби я не вижу. Либо 1-2, либо 2-0-1. Вот так вот как бы. Так, а здесь давайте ну-ка. На другие. А вот напротив дверь.
Она против двери в конце двойка. Значит, все, я понял. Я понял. А в двойка первая, 2-0-1. Должно быть. А тут, в принципе, мы сейчас все откроем. 2-0-1. Пока, давай, давай сначала эту откроем. Давай, так. Потому что там пупырчатый этот крикун. О, во. Здесь лишь такие, вот это парень. Че, еще что-нибудь есть? Да ни хера больше тут нет, кроме... Тут зеленого слоника снимали, походу. Я понял, я сейчас поехавшего замочил, походу, да? А вот там братишка. Ты говна нажрался? Там братишка, это страшно. О, давай, давай, мины. Давай сейчас, короче, устанавливай. Сейчас. Бабахнем. Так. А как бабах? Опа-на. Бабахать правой кнопкой и этот... Так, смотри, 0-1-2, либо 0, либо 1-0-2, а хер его знает. Пробуй, либо 0-1-2, либо 0, либо 1-0-2. 0-2. Так, кому? Да, открывается. Во. Придурок, я здесь! Уходит? Орёт! Уходит, нет? Нет, погоди-ка. Алло! Ещё не идёт. Давай, взрывай! Чёрт! На тебе! Было круто. Охренеть, а. Блин, а он уже... Ух, ни хрена себе, сколько очков. Так, и осталось открыть только вот эту вот центральную, по сути. А там у нас что нарисовано? Два... Так. Получается два... Ну, 0-1, допустим. Или 2-1. Нет. 2-1-0, значит. А 0-1 так, уже здесь было. 2-1-0. Все. А, кстати, лежит, ублюдок. Или что? Есть! Не нравится. Ему тут пупырка не нравится. Так. Ага. О, а тут тоже. Подними. В дверях. Так, давай посмотрим. Как бы у нас та же самая ситуация. Короче, нам нужно идти как бы сюда. Тут вообще все три числа замазаны. О, здесь ублюдочный. Так, выйти. Вот здесь, а, смотрите, так это нас... это. Пупырчатая, кстати. Еще одна. Да, я же говорю, а он мертвый. А че? Вроде как. Или она. Так. А вот тут крикун, с травой причем, с травой. Это интересно. Так. А здесь кто? Где? Один, где здесь? Еще один доктор. Где? Так, два. Да. Подожди, а ну-ка, два. Два, два, два. Блин, какие два у них ряда. Рожи, а? Ёлки-палки. Кошмар, не позавидуешь. Какой открываешь-то? Два. Обычного зомби попробую. 2-0-1. 0. Так. О, да, а там, смотри, там еще дверца у него, да? Да, это интересно. А ты какую и открыл? Два. Ты я что-то не еще... то открыл. Не знаю. Тут вообще ничего не открылось, я тебе говорю. А где я тогда открылся? Я не знаю, где ты открылся, но тут два. Этого нету. 0. Блин. 2-1-0, так это центральный проход. Это вот это, центральный, точно. Так. А как, а что это? А, ты открыл, смотри, ты открыл вот... Я внутреннюю дверь открыл, да, да, да. 0-1-2. Так. Угадал. 0-1-2, наконец-то. Убивай. На тебе, мразь. О, ой-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 
На! Ох, чё! Очухался! Всё. Они так это, знаешь... Ох, чё тут? Так. Всё. Трава. Трава. Интересно, что там в сундуке. Ух ты! Ни хрена себе! Хорошо. У меня теперь два спрея, нифига. Обалдеть. А мне очки дали. В смысле, тебе спрей там дали? Да, там спрей еще справа. А мне это дали очки. Мне очки дали и спрей. Ну вот, очки и спрей, я же говорю. А тут что-то это, спрей! Я и подумал, что-то только спрей. Как ты это самое? Так. Что же делать-то? У меня просто нет места. Чего? Чего у тебя там с местом-то? Какие проблемы? Вообще проблемы ужас. В нее мало вмещается. Да. Что делать? 7 патронов 12 калибра, 6 патронов 10 калибра. Это разные, блин, разные дробовики. А их можно как-то продать, я не знаю.
Дробовики, ты опять хочешь продать? Слушай, у тебя что тогда была проблема с финансовыми ресурсами в пятой, да? Что здесь походу сейчас, да? Какие-то постоянно напряги какие-то. Я открываю дверь с крикуном, ты готов? Крикуном? Подожди, давай бомбу, мину. Я там поставил, поэтому ставь тоже. Вон она уже там тикает. Ну вон, слева от тебя. Вот, вижу. Все, открываю. Я буду... Заманивать, если он не выйдет, друг. Давай, заманивай его. Я двери тут потерял. Так? Вот он. И чё он? И сюда! Эй! Ой, блин! Ой! Тихо. А то ты сейчас нафиг прибьёшь нас. Да. Так. Идёт! Ой, блин, красава! Вот это было жёстко. Вообще. Чё-то я слышу какие-то звуки ещё. Недобрые. Ещё один. Да тут эти очухались. О, и этот не умер! Да ну тебя нахуй! Сдохни! Всё! Так, чёрт! Дай! На! Я что-то сначала и не заметил, что их так много здесь. Так тебе! Есть! А, меня оружие, блин! Есть! Плюются, твари! На! Всё, готовы! Готовы. Есть. Все. Вот да что ж ты. Такое? Опа-на. Так. Откуда они здесь повылазили? Мы с тобой здесь были. Ах ты. Отсюда. Есть. Я контратаку провернул. Ничего себе. Так. Ух, нифига себе. Тут сколько всего повыпадало-то из них, а. Блин, офигеть. А, кстати, откуда они так повалили-то, ё-моё, злачно? Я тоже не пойму, откуда. Чё-то вот, как... кровинушка. Как ломанулись? Трава у дома! Значит, пошел колзину! На! Так, нормально. Тебе. Бах! Минус голова. На! Опа-на! Так. Трава? Ой, как нам эту траву? Блин, вообще жесть. А ну я сейчас, по идее, закинусь. О, давай, закидывайся. И еще. Отлично. Раз. Тебе хорошо, и мне хорошо. Так. Вот это поставить. Да, ага. Все. Как ее комбинировать? Так, тут все ясно. Главное, чтобы вот этот вот. Не, а, вот, тут еще же есть дверца. Ну-ка, это у нас что? Смотри-ка. Один. Я все пособирал, оказывается. Открываю. А там кто был? А там кто-то есть. Там кто-то есть. О, здорово, ребят. Вон еще оттуда лезут. С вентиляцией. Гордон Фриман, ё-моё, не смог выбраться. Блин, этот. Черт! Бежать! Опа-на! Есть! Готов! Все! Да, нет. Фу! Блин, Гордон Фриман сдох и лут оставил там! Черт, блин, даже его не обошел Си-вирус, да? Охренеть просто. Так, осталось это теперь открыть. Обязательно разберемся, говорит она. Конечно, разберемся. Так, смотри, ноль был в конце, ноль был в начале, в середине тоже. Двойки не было у нас. 2-1-0, может? Нет, получается тогда. 2-1-0 это ту дальнюю открывал. А, да. 2-0-1, что ли, получается? Ну нет, у нас уже есть такая, погоди-ка. 1-0-2. Двойка уже была первая. 1-0-2. 1-0-2 есть. 1-2... 1-2-0. Может 0-2-1? 1-2-0. Нет? Нет. Или 0-2-1, ну-ка. 0. 2. Вот, 0-2-1, все. Хорошо. Открыли. А 0-1-2 что тогда у нас? А было вон в той комнате, в предыдущей. Было, я же как раз на нее посмотрел и подумал, что... Так, открываю. На нахер, ё-моё. Выломали комната к чёртовой матери, да? Пытали тут сценариста, по всей кресло. Видимости. Бедное кресло. Да. Я помню это место. Там Дебора должна быть где-то здесь. Кто? Кто? Нет, я спросил тебя. Кто? Так.
пусть с ней все будет в порядке. О, я знаю, что этот Кент либо встанет, либо меня испугает. Ага. Опа-на. Все. Хорош, братух, хорош. Прям давай нормально. Я как настоящий мужчина весь удар на себя, так сказать, принял. Ух ты, выломал, а. Да. Я прям пальчиком так дернул, что дверь аж вылетела. Ты не очухаешься, дорогуш? Че такое? Какая-то... О! О! Блин, опять бомба. Блин, нахера да мне эти бомбы? Места нету. Так. Ничего полезного? Травушка там, муравушка. Травушка, да. Да не, ничего тут нету полезного. Вообще нету. Куда идти-то, елки-палки? А, вот дверца. Охренеть. Так, мне не нравится вот так. Это, вот это мне не нравится. Ну, где же ты? Кстати, где карты же, нету, где... блин, карты нету в этой игре, заметь, в отличие от пятого. Ну, она тут и не нужна. В пятом там можно было где-то бегать, а здесь она особо не нужна. Тут. Так, ну-ка, что у нас тут? Тут какая-то комната. Какая-то комната. Я тут какую-то комнату вижу, ну, зашел, но там что-то как-то пустовато, я тебе скажу. Мне кажется, они потом полезут с этих всех щелей. О, сортир. Место типа вот Мэ и Жо. О! Здорово. Так, кто? Есть. А, вот. На нахер. Опаньки. Так. Замочили. Так, блин. Кто туалеты включил? Да. Так. Ну-ка. О, я кран крутанул. О, тут это, жетончик сбей. Кстати, отражение, заметь, какое классное, да? Да, да. На нахер. Ты сбил? Ну, прям в раковине. Так. А тут, ты смотри, ты включал вот эти вот? Я же сказал, поднимется, зараза. Не, сейчас я тут убью. Так. А зад не поднялся. Странно. Чё включал, ты говоришь? Эти, унитазы. Использовал их? Унитазы, унитазы. О, тут тоже что-нибудь есть. Ну-ка. Что за крики, нахер? Ой, блин! Так тебе! Так тебе! Так тебе! Пошел нафиг! Блин, ты тут! Ой, блин! Ай! Черт, что случилось? Я не знаю. Так тебе! Есть! Давай, так, добивай его. Ай, блин, хорош. А. Есть. Фу. Блин, а я, короче, кран крутанул, а позади меня крикун появился. Вот нормально. Здесь вот прямо. Я вообще чуть не обалдел. Красная. Чё там красная? Травинушка красная. Травка. Блин, так, ты очки тут подобрал, я вот его замочил, из него очки выпадают нехило. Вот там вот он. Добрал, а где? Там он. Он там у нас. Так. Блин, я не... Во. О, ребят, очухаетесь? И... Нет. Очухиваться не собираются. Так. Это все ясно. Я даже пистолетом нифига не пользуюсь. Ладно, не знаю, у меня прям вот... Я вот прям вот только с пистолетами и работаю. О, ёп! На, нахер, на! Я ж дробовичком тут. Есть, есть. Есть! Куда ты ползёшь? Всё! На! На! Давай, 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 вот так вот. Всё. Блин, ты видал, как я её к потолку пригвоздил выстрелами? Это же охренеть. Какой-то реально Devil May Cry начинается. Дайте мне меч, мятежник вместо ножа, и всё. Я тут такое устрою. Мама, не горюй. Так, тут... Так. А что, тебе плохо, что ли? Это дыхание, дыхалку сбил, у него же выносливость кончается на удар. Я что-то не понял. Ты я как-то... Сейчас я пойму. На нахер, на нахер! Ты куда побежал? А, вот, да, дверца. А, 201, надо ее открыть, короче. Надо открыть... Ту дверцу, там 201 код. Громко особенно. Ёпрасоте. Ну, ёлки-палки. Так, они, так. Они в этих так. Капсулах быть. Это прям как это, фильм «Чужой» Рипли. Помнишь, там ее клоны, короче, были эти, да? Вообще обалдеть. Что за чертовщина тут творится?
Почему такого еще 3 дня назад здесь не было? Так посмотрел на тебя. Елен, ты того? Так, спрятал пистолет в жопусе. Нормально. Первый в кобуре, второй в заднице хранится. Ну-ка. Так, о, кассета. Причем такая. Ада Вонг! Ада? Я ее только с 4-го резидента помню. Ну и со 2-го. Так, ну-ка. О. Блин, а. Сейчас девка вылезет из телека. Ой. Ты... Си-вирус. Блин, кошмар. Ой. Ой, блин, а. Смотри, говно мутирует. Просто. Блин, тут дожили. Катихи мутируют. Ох ты. Однакось. Ожидал такого поворота событий, я думал. Так посмотрели, это самый, в соплях, в говне все. Просто, да, заметь, тут кошмар. Леона аж он покоробила и покосила. Так. Опаньки. Блин, да что ж такое, варежку-то закрой, Леон. Я понимаю, картина несколько нестандартная. Ну все же. День рождения, Ада Вонг, нормально. День рождения, из говна выбралась, ё-моё. День рождения. Ты мне это хотела показать? Нет, я думала. Много думала. Ё-моё, ты глянь тут сколько этого дерьма тут всего. Просто охренеть. Что это было? А, да? Это женщина, или кто бы то ни был. Ты ее знаешь? Вроде того. Ой, блин. Охренеть. Слушай, а эти ломаются, да? Нет, не ломаются капсулы. Тут, короче, смотри. Смотри, в чем суть. Люди, короче, в говно заворачиваются, сидят там, да? О, закрыто. А ты... Закрыто. Возвращаться... А, блин, ё-моё, это... Слушай, смотри, а тут есть вот... Ой, блин, я хотел разбить, но я что-то малость по тебе... Нет, не раскрытый. Меня он пугает. Что? Начинать все сначала? Почему-то у меня такое ощущение, что мы сейчас... А, вот! Блин, по-моему, 0, 2, 1. Я тут уже забыл. 2-0-1, какой... 2-0-1, блин. 2-0-1. Так, 2... И открывается! Открыл! Сработало! Блин, да что ж такое, а? Так... Я иду, блин, тут смотри, говно пилит, в говно оборачивается. Тут реально из зеленого слоника, короче. Ты глянь, что творится, а? Кошмар. Просто, обалдеть. Капец. Братишки какой-то. Тут только не хватает, который орать будет постоянно, как резанный. Вот, блин, а. Вот, представляешь, дерьмом мне обдало. О! Там собаки, я слышал. Вон, снизу! Прям под нами. Да, я слышу, да. Под нами, а под вон нами. И шавки. Так. Офигеть, это как же так надо было, я не знаю. Так, тут как-то. Чтоб так всех быть. Прямо ошетать. Вниз можно спрыгнуть, я так понял. А мне нельзя. Ага. Угу. Так, вот, так. Что это такое? Пробил. Так. Какие-то вагонет. Ага. Пробил туда открылся. Я понял, надо активировать их по очереди. Чего все так всегда сложно? Вроде не блондинка. Ну, мне, а да, ты думала? Так, тут вон валит со всех опять. Да что ж такое? Блин, слышь, да, я прямо в шахту его за это забросил. Офигеть. Он просто появился. У меня на этой ёбаной трёхстволке постоянно кончаются патроны. Да что ж я, ё-моё, как Чак Норрис. Есть он. Ага. А слушай, а мы не заметили с тобой вот чё. Чак. Да. Блин, и патроны 10-го калибра. Так, ну-ка, крутанём это дело. Всё. Ой! А вот это мне не нравится. Охренеть, я круто, крутанул-то. Это дерьме. Ой, ай-яй! На! А, так мы не разделили. Есть, блин, а! Спасибо. Я его аж сюда забросил. Офигеть просто. Ты скажешь, так надо было долбануть, чтобы аж на стол прям приземлился. Все, так, короче, вот все. А мы не разделились, мы вместе. Спускаемся. Ты, кстати, куда-то... А, вот спускаемся.
Тут там теперь к шавкам надо готовиться, я так понимаю. Что там плавает? Ты ну давай, на! А, плавать! Ох ты! Я прохожу, а тут замок ползёт. Тихо. Так. На! Так тебе. Аллилуйя! Куда ты там, ё-моё? Battletoads. Давай, на! Да слушай, я с тарана не получается почему-то, они сразу хватают. Аллилуйя! Блин, обалдеть! Обалдеть просто. На нахер. На. Блин, режем, убиваем всех просто. Так, подожди, тут ништяк. Патроны не нужны. Я слышал собак. А, так вон они где. Вот они, да. А давай их попробуем так снять. Ух ты, нифига себе, он, короче, на меня прыгнул, ты видал, да? Это было эпично. Обалдеть, вот это вообще. Слушай, давай собак вот так снять. Так тебе. На нахер. Кинжал в жопу. Во, прием работает. Безотказно. Это у меня, знаешь, это такой вспоминатель в руках. Дознаватель. Так. До свидания, до свидания. На нахер. Еще один. Опа-на. Есть. Отлично. Еще раз. Слушай, тебя резать-то ну, надо, как дай... свинью, а? Так, еще одну активировали. Хорошо, там еще одна. Ага, осталось, вижу. Я слышу звуки. Вон идет, видишь, да? Так, кстати, тебе не мешало бы там закинуть. Опа-на! Опаньки! Все, а замочил. Ему кинжал бутылку ты ему воткнул. Так. Есть. Есть. Это ты меня подсадить можешь. Сейчас я тут с этим разберусь. Блин, слушай, драться здесь одно удовольствие в этой игре. Сзади! Ё-моё. Я понял, она стоит на месте смута. На! Вот она так вот. Она пыталась дробовик забрать. А ты так встал и этот подкрался незаметно. Воу! Такой поднялся. Воу! Давай! Ты чё там? Да ёпрст ты! Отлично. Хорошо. Хорошо, золотце, давай. У меня тут и самые гости. Тоже. Нафиг. На тебе, вот так вот. Ползет еще. Все. Надо-то. Отлично, я замочил. Ну что у тебя там, успешно? Да, я тут смотрю, просто кто-то еще что-то. Молодец. Ходит, это... Давай там открывай все это дело. Так, вижу, куда. Так, о! Во. Оно открылось. Черт. Что тебе от меня надо? Эй, иди-ка нахер. Так. Опаньки. Все. Патроны, господи, патроны. Давай, давай. А! Черт, черт. Есть. Блин, какие у них рожи, а? Да пошли нафиг. Опа-на. Есть. Вот на тебе, тварь. Вот так вот. Все, замочил. Да господи, они просто со всех сторон, давай. Давай, в ритме танца. Ты мне открой проход, я помогу. Он меня жмет. Он что-то от меня хочет. Так. Причем очень плохое. Так, я бегу. На! Открывай. Ага, тут это не открою. Развернись, харик болтать. Тут ты противная так. Женщина. Что ты делаешь? Я тебя... Бей его. Все. Она ща... устала у меня вообще в половину просто. Так. Есть. Походу. Это очень плохо. Так. Вот, больна. Бляха ты, муха. Отвали ты от меня, зубастая, а. Слушай, а ты того убил, что ли? Да, я его замочил. Так. Беги. Ты это, проходик-то откройте мне. Ох, сейчас его придавим. А, ко мне. Ба-ба-ба-ба-ба! Охренеть. Это что это вообще? На. О. Так. Надо что-то... Надо так. Что-то придумать, у меня нет под... Так. Ладно. Я... Постреляем. Так. Они поняли. Опа-на! Все, они все сгорели, хорошо. Сгорели. Фу. В адском пламени. Фу. Так, я подберу этот, это вот там-то замочил же. Где они тут? Вот, а, вот. А где он умер-то? Где он умер? Да вот тут вот он умер, а, вот здесь вот. Вон он. Потому что я от него. Фу. Убегал просто, у меня пешки вообще нет. Здорово.
Так, господа, какие-то зажигательные гранаты. Нехорошие. Опаньки. Все. Блин, так, вообще, что, слушай, двигаем? У меня мало того, что патронов нету, я их и подобрать не могу. Это... У тебя чего в инвентаре много? В смысле, что случилось? Я перезарядил все. У меня полно пистолетных патронов, я их выкидываю тупо уже, потому что они вообще бесполезны для меня, я не пользуюсь пистолетом. Зараза. Да пошел ты, вот так вот. Что, мы на. Вот это открываем, да? На. Так, сейчас я его тут замочу. Один появился. А ты уже все там, что ли? Ух ты какой, а! Блин, а Морфеус какой-то. Сдохни, а! Блин, нет, не ты нравится, смотри, а. Ё-моё, его... Офигеть, это сколько лупить надо такого? Все, короче, погнали. Обычный появился, его лупишь, а он не дохнет. Лена. Сейчас я закинусь. Сейчас я быстро сюда. Закинусь. Меня со мной рядом, со мной закиньте. Давай со мной. А она же действует на обоих, нет разве? Нет, надо вблизи, чтобы. Ага. Видишь, в чем суть? Вблизи. У меня как-то два деления. Блин, что за звук какой-то? Пам! Пам! Наконец-то идем! Пам! Мину, ну погнали! Мину, может, ты установил, нет? Я не ставил мину. Так, что, лечимся? Ну давай. Во. Фу, всё, у меня нормально. Аж аллергия на запахи. Так. Во куда попали. Ни хрена себе. Так сказать, из одной жопы попали прямиком в другую. О, смотри, ходит с фонариком. Там бежит. Тут смотри, светящийся. Ой, блин. Твою мать. Пошел нахер. Вставлял? Ой, блин. На. Так. Хорошо. Все. Свидание. Так, что у нас тут? Ой, блин, а! Да что ж такое, Леон, долго замахиваешься. Так, все. Готов. Так. Леон, конечно, ой, блин. О! Пушка. Ой, блин! Давай, так, разряжайся. Давай. И давай. О, так. Вот это я сбегал, называется. Есть, есть. Да, нормально. Ой, блин. Или не нормально. Сдохни, мразь. Все, замочили. Так, что-то даст, не даст. О. Да что-то дал. Значит, о, здорово, сзади бегу, доктор. Сзади. Он бежал и прилег. Что-то подустал немного. Так тебе. Ах ты тварь, а. Он сказал осторожно. Блин, а. Так. Офигеть, сколько их бежит. Эй, вы что, издеваетесь? Во. Ага. Охеренная ситуация. О! Нафиг. Чё, совсем что ли? Не, нормально. Держимся пока. Так. Ага. Во, патроны. И патроны. Вот так вот. На! Слишком много! На! Что я сделаю тебе? Мы должны бежать! Да. Добежать! А, на. Давай, бежим, короче! Он говорит, мы должны идите бежать! Идите вы нахрен от меня! Есть! Все, так, уходим! Ну, смотри, тут дверь! Тут дверь! Давай! Несусь! Блин, иди! Я сейчас всё огня кину! Давай! Так! Давай! Лена! Факт такой в конце, да? Показала так, да? С бутылкой. Блин, в задницу вас говорит. И ваши гранаты. Здорово. Блин, опять провалились куда-то, ё-моё. Пожалуйста, подождите, говорит. Пожалуйста, ждем. Опаньки. Куда попали. Здорово. Еще какие-то теперь попали. В какие-то шахты попали. Ну чё? Так, мы Дебору ищем, да? Ну закончим что, здесь, ребятки, да? Да, давайте закончим, продолжим уже в следующей серии. С вами был Андрей Доцент и Калюня Ретро. Продолжим в Ризик играть 6 уже далее. Всем спасибо за просмотр, не забудьте поставить лайк. Также подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока-пока. Пока-пока.